Именно прославленного. Не стоит бояться громких эпитетов в случае, когда речь идет о коллективе под руководством Валентины Алексеевны Блиновой. Он ежегодно блистает не только на районных площадках. Равных СНЭПу не было и на прошедших фестивалях областных и международных. Не все желающие смогли попасть на этот концерт. Билеты были распроданы задолго до премьеры. При полном аншлаге проходило завораживающее зрелище музыки и пластики. Танцоры шутили, негодовали, тревожились, мечтали. Каждое движение отточено, продумано, поэтому и понятны зрителям молчаливые монологи исполнителей. Год от года растет мастерство участников коллектива, работающего на базе «Дюц-ровесник». Его выпускники становятся профессиональными хореографами. Между тем, выпускники детско-юношеского центра и придумали СНЭП, собравшись в конце 90-х под руководством Сергея Морозова. В 1999 году коллектив современного танца возглавила Валентина Блинова, балетмейстер, сумевший вывести снэповцев на высочайший уровень исполнительского мастерства. Под ее началом занимается почти сотня юных кандалакшан в 5 возрастных группах от 8 до 18 лет. На родной сцене ровесника им тесно, поэтому свои программы коллектив выносит на большую сцену Дворца культуры. Прошедший концерт показал, что и в «Металлурге» уже тесновато, зрителям не хватило места. Поэтому и спрашивает кандалакшане, а будет ли повторение? Не знаем, как насчет повторения, но продолжение должно быть обязательно, ведь нет предела совершенству, особенно в творчестве, особенно в коллективе, которым руководит педагог с незаурядным талантом.